Тихий ужас. Даже в таком простейшем усилителе, как Биема 330, это когда в него залез неквалифицированный человек. Учитывая, что таким недорогим оборудованием пользуются, в общем-то, организации бюджетные, это или какой-то местный электрик, или просто романтик, потому что вот такого вот ужаса не увидишь нигде. Вот что это, зачем ты это сюда впер? У тебя что-то грелось, ты решил охладить, а ты не подумал, что оно греется, потому что какая-то есть проблема. И вот после всего этого надо со всем этим копаться. Ну, будем пытаться разгадать великие радиолюбительские тайны. Чего человек тут напорол? При детальном осмотре обнаружено, что сигнал вот с этого джека, который приходит вот на этот разъем, потом он приходит вот на этот разъем. А вот здесь его уже нет. И вот что там он нащадил? Придется снимать плату потенциометров и проверять. Проблема оказалась вот. Вот в этом месте обжат разъем. И вот этот провод, сигнал, сюда не доходил. Мы сейчас его восстановим пайкой. И на этом ремонт будет закончен. Но прежде чем найти, пришлось, конечно, повозиться. Побегать по всему сигналу, учитывая опасность, что здесь погуляли умелые ручки. На этом все.